Православные верующие отмечают Рождество. В ночь с 6 на 7 января большой церковный праздник встретили и в Десногорском, Богородице Скорбященском, кафедральном соборе. В рождественскую ночь главный храм города украшен по-особому. Белые цветы и еловые ветви, как символ вечной жизни и чистоты, окружают прихожан. Под сводами храма разносится сакральный текст песнопений в исполнении соборного хора. Божественную литургию в честь рождения Иисуса Христа провел протоиерей Виталий Сладков. Его обращение к верующим было созвучно словам митрополита Кирилла. Они оба отметили, как важно быть едиными и благодарными в период пандемии. «Взирая ныне на лежащего в яслях младенца Христа, на его пречистую Матерь и праведного Иосифа Обручника, мы понимаем, что только любовь к Богу и людям способна укрепить нас в различных испытаниях и изгнать страх из наших сердец, дать силы на совершение добрых дел». В рождественский сочельник подходит к концу и 40-дневный пост. Строгое воздержание от пищи заканчивается с появлением на небе первой звезды. Она символизирует Вифлеемскую звезду, ту самую, которая указала волхвам путь к новорожденному Иисусу. Также в Рождество наступает время святок, которое продлится 12 дней до празднования крещения. Виталий Волков, Александр Ерофеев, Десна ТВ.